И Квинта тоже молодец, он показал настоящую стойкость. И давайте послушаем, что же говорят друзья и коллеги Еквинты и Серроне. Роб Татум, Серроне борется с давлением, но Еквинта, кажется, вдруг решил контратаковать. Майк Джексон, Эл принял этот удар коленом, как два пальца об асфальт. Джеймс Уик, близкий раунд. Джимми Ривера, как насчет этих лоу-киков от Серроне? Майк Бон. Серроне начинает разбирать Еквинту по частям. Нос Элла совсем плох. Мне кажется, или ковбой стал лучше после ухода из Джексон Уинг? Снова Майк Джексон. Ковбой еще не закончил, он хочет причинить боль Еквинте. Ланда Ваната. Это уровень. Нина Ансаров. Отличное выступление Дональда Серроне. Коди Стамман. Это отличный бой. Иэн Маккол. Как и ожидалось, эти два воина устроили шоу. Аманда Нунис. Вау, ковбой, поздравляю. Тим Минс. Браво. Луис Смолка. То, что ковбой сделал в последние секунды боя, сумасшествие. Комбо в 12 панчей, летящее колено, смена стойки. И это такой риск уже тогда, когда победа в кармане. Фантастика. Вот такие реакции, друзья. Реакция Дональда Серроне на победу такая, что теперь он рассчитывает на титульный шанс или на поединок с Конором Макгрегором. Кто знает, возможно, я посижу дома пару месяцев, мне станет скучно, и я скажу, мне плевать, дайте мне бой. Честно говоря, я уже знаю, что так все и будет, но что тут делать, я это люблю. Нравится мне подход ковбоя к делу, он любит то, чем занимается. Напишите, друзья, как вам поединок, понравился или нет, и поставьте лайк, если вам понравился выпуск. А мы с вами скоро увидимся. Пока!